Всем привет, друзья! Многие мне задают вопрос, у меня есть видео про облегчение посадку, то есть, и многие написали в комментариях, что у них сиденье не назад не передвигается, только руль работает. Вот, посмотрите, вот, снимаю ключ. Вот, еще раз. Вот, то есть... Сейчас посмотрите, что в меню. Вот заходите в настройки. Потом сюда. Комфорт. Минусом. Комфорт. Сюда. То есть здесь у вас есть только облегченная посадка. То есть либо выключить, чтобы у вас руль не поднялся, опускался, либо включить. Если включаете, то когда снимаете ключ, руль поднимается. Но мы можем через DAS добавить меню, чтобы у вас спрашивало либо поднять руль, либо и руль, и сиденье. Делаем через VXDIAC. Вы можете делать через OpenPort без проблем. Обе ссылки в описании под видео. Так, друзья, запускаете DAS. Если автомобиль работает через DAS, автоматически запускается DAS. То есть новые автомобили работают через X-Century, старые через DAS. DAS запускается автоматически. Заходите, информация и связь, комбинация приборов. Диагностирование по указанию завода. Кодирование блок управления. Вариантное кодирование. Последнее меню. Здесь опускаемся самый низ. Вот. Самый низ. Вот здесь. Вот это меню. Вот. Здесь у нас только вот Ein aus. Ставите вот это, чтобы вас спрашивал либо руль, либо сиденье. У вас появляется уже меню. Нажимаете F3. Перевести кодировку «Да». Кодировка проведена. Делаем сброс назад, назад, назад. Вот комбинация приборов. Вот это активация и сброс. Да, F3. Все. Сейчас смотрим, что у нас появился уже второй меню. Так, вот после сброса, вот часы. Опять заходим в настройки. Сюда. В меню комфорт. Сюда. Все, у нас есть два меню. То есть первое меню — это когда только поднимается руль. И второе меню — когда руль плюс сиденье. Вот. Этого меню у нас не было. Вот. Руль плюс сиденье. Выходим из этого меню. Отсюда. И сейчас посмотрите. Закрываю дверь. Вот. И руль, и сиденье. То есть у вас, возможно, есть эта функция. У нас тоже эта функция была, но из меню выключена. Поэтому, когда вы снимаете ключ, у вас поднимается только руль. Если вы через DAS активируете эту функцию, то у вас уже будет также работать сиденье с памятью. И руль, и сиденье. Сейчас свет включу, чтобы вы увидели. Вот. Вот. Круто, да?
Все, друзья, подписывайтесь на канал, поддержите канал также, не забудьте. Всем спасибо и удачи на дорогах.